Всем привет! В кадр у нас не входит нынче распаковка. Здесь у нас кресло будет. Очень классное кресло, такое в ретро-стиле. Должно подходить все к одному дизайну, то бишь белый цвет выбрал. Там очень много цветов, если хорошее качественное кресло. Ссылочку дам. Вот так вот достал его из коробочки. Вот так вот оно выглядит. В принципе, на первый взгляд, вот так вот по ощупь очень приятное. И кресло тоже очень приятное. Да, у меня здесь елочки, но они еще не наряжены. Скоро Новый год. Скоро время чудес. Вот, сейчас соберем. Так, не пугайтесь. Все собрал. Буквально 5 минут занимает. Вот тут все детали я собрал. Вот это вот приклеивается. Это знаете как? Такая приятненькая, мягонькая. Не знаю. Ну, тканью это, конечно, не назовешь. Типа картоночка мягонькая, это чтобы линолеум не продавливался, либо паркет. Очень, кстати, хорошая штучка. Я ее приклеил, можно, наверное, не приклеивать, я не знаю. Вот так вот у меня получилось. В принципе, кресло очень приятное на ощупь. Это велюр, может быть, типа того, ну, такая вот, как плюш, типа вот что-то такое. Очень приятная ткань, поверьте. Сейчас я присяду на него, чтобы вы не думали, что это какая-то декорация. Какой-то к фильму, либо к красивой жизни. Вот, вот это я покупал тоже на Wildberries. Ну, это с Яндекс.Маркета, понятно. Это с Wildberries уже давным-давно покупал. Тоже прикольный, в принципе, пуфик, но он не тканевый. Он типа а-ля кожа молодого бизона. Вот. Здесь у нас получается такая зона. Вот. Очень мне нравится, очень все гармоничненько, очень все вписалось хорошо. Сейчас я сяду, наверное, да, вот, чтобы вы не думали. То есть кресло, оно даже подо мной не это самое. Вот я сел, в принципе, вот я сижу, как вам показать. Ну, в общем, вот я сижу на кресле. Удобно, вот одним словом, удобно. Вот сидишь. И приятно. И можно облокотиться вот облокотиться. И очень удобно. Вот удобно. И знаешь, и у тебя нет такого ощущения, что сейчас подо мной оно рухнет. То есть я свободно вот из стороны в сторону качаюсь, облокачиваюсь. Вот. То есть, ну кайф. Сейчас уберу цветок, потому что здесь тут немножко прибирался. Вот. Книжечку, да, можно прочитать, например. Очень-очень классное место. Вот. Ноги вот так вот, хоп, она сделала. Красота, вообще красота, слушай, ребят. Вообще. Блин, этот пуфик для этого был создан. Потому что до этого я на него вообще не сидел. То есть, он, знаете, он был, не знаю, типа, хаб для носков. Вот сюда кинешь носки, ну, чистые, соответственно. Вот. Они здесь лежат, и ты их видишь с любой точки, то бишь комнаты. И тебе удобно, то есть не надо нигде искать. Теперь это, блин, этот пуфик теперь у меня для ног получается. О, красота. Вообще. То есть, кресло лайк, пуфик лайк. Ну, заказывал очень давно, не знаю, сейчас оно есть или нет. Года 3, наверное, мужа. Тоже, в принципе, нормальный такой. Даже собирать ничего не надо, он пришел уже собранный. Вот, кресло лайк. Цвета там. Вот я заказал такой, да? Это типа молочный такой. Вот типа вот такого. Вот. Ай, там есть желтый. Вот, кстати, желтый тоже топово. Блин. У меня просто, видите, место-то ограничено. Так бы я бы еще и желтый взял. Очень-очень-очень классно. И черный, по-моему, цвет есть. В общем, смотрите сами. Надо. Ссылочку, как всегда, кину. Только напишите комментарий. Все, всем пока. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока.